Нут или бараний горох – это однолетнее культурное растение семейства бобовых. Нут – старинная культура, употреблялся в пищу в Юго-Западной Азии, Древней Греции и Риме около 7500 лет назад, причем использовался и как лекарство. Стебель у этого растения прямо стоячий или изогнутый, высотой от 25 до 75 сантиметров. Листья непарно-перистые, мелкие. Стебли, листья и плоды покрыты короткими волосками. Цветки одиночные, мелкие. Плод – боб, длиной до 3 сантиметров, с одним-двумя бледно-желтыми, коричневыми или черными семенами. Боб нута похож на голову барана. Зерна содержат до 30% белка, до 7% жира, около 50% экстрактивных веществ. Используется в пищу и как корм для животных. Возделывается нут в Индии, Турции, Северной Африке, Китае, Мексике, Италии и других странах, где имеются области с засушливым климатом и неустойчивым увлажнением. Рюм или рогатый жаворонок. Это птица семейства жаворонковых, отряда воробьиных. Длина тела около 18 сантиметров, масса около 40 граммов. Клюв короткий, ноздри прикрыты перышками. Окраска оперения верха тела бурая, низа белая. Лба, щек и зоба черная. Бровей и горло бледно-желтые. Самки окрашены бледнее. По бокам головы пучки удлиненных черных перьев, напоминающих рожки. Отсюда название «рогатый жаворонок». Встречается он в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Широко распространен в России. В южных широтах живет оседло, в северных на зиму улетает. Из всех видов жаворонков рюм самый северный. Он населяет сухие участки тундр, степи, горные луга. Гнездится на земле, в кладке от 3 до 6 яиц. Питается семенами растений, птенцов выкармливает насекомыми. В отличие от других жаворонков, рюм на лету поет редко. Хохлатая или пятнистая кукушка. Это птица семейства кукушек. Довольно красивая, по внешнему виду и размерам несколько напоминающая сороку. Длина тела около 40 сантиметров. Клюв сильный, изогнутый. Хвост длинный, около 20 сантиметров, ступенчатый. У самца на голове довольно большой хохол. У самки он тоже есть, но небольшой, почти незаметный. Окраска оперения спинной стороны и верхней части хвоста кукушки буровато-серая с белыми пятнами. Брюшная сторона тела беловатая, а горло, зоб и бока шеи имеют охристый налет. Вес птицы 130-140 граммов. Обитает кукушка на юге Европы, в Африке, Передней и Малой Азии, в лесах и зарослях кустарников. Хохлатая кукушка является гнездовым паразитом. В апреле-июне в несколько заходов она откладывает в гнезда преимущественно сорок или ворон 12-15 зеленоватых с темными пятнами яиц, по 2-4 в одно гнездо. Через 12-14 дней после насиживания птицами-воспитателями вылупляются птенцы, покидающие гнездо на 16-21 день. Питается кукушка преимущественно крупными насекомыми – кузнечиками, стрекозами, различными жуками и их личинками –